Хотите увидеть вот такие классные штуки для телефона? Тогда смотрите видео до конца. А еще в конце видео будет конкурс. Погнали смотреть! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите 10 полезных и крутых товаров для вашего телефона с сайта AliExpress. Все ссылочки на товары будут в описании под видео, а те, кто досмотрит ролик до конца, смогут поучаствовать в конкурсе. Приятного просмотра! И первым прикольным дополнением к телефону будет объектив для смартфона и видеокамеры, который открывает новые возможности в телефоне. Для всех, кто любит фотографировать и фотографироваться с помощью телефона, незаменимая вещь. Набор состоит из трех объективов – рыбий глаз, макро и широкоугольный, а также универсальные клипсы для установки объективов на любой телефон или планшет. Рыбий глаз обеспечивает широчайший угол обзора до 180 градусов в зависимости от модели телефона и придает снимку особый колорит. Макрообъектив позволит окунуться в увлекательный мир микрофотографии и даже использовать телефон в качестве лупы. Умное смарт-кольцо. Оно обладает обалденными функциями. Кольцо обеспечивает быстрый доступ к дверям и турникетам, не доставая ключи, проездные и другие смарт-карты. Да и вообще, такое кольцо можно запрограммировать на что угодно. Даже расплачиваться в магазине, не доставая карточку. Приложение Jackson Smart Ring для смартфона позволяет настроить дополнительные функции смарт-кольца, используя технологию NFS. Благодаря корпусу из титана, гаджет способен выдержать большие нагрузки, а покрытие вольфрамом предотвращает царапины и выцветание. Оно не требует зарядки, так как заряжается при ношении от кинетической энергии. Качественная Bluetooth-гарнитура для вашего смартфона. Это беспроводная стереогарнитура, предназначенная для использования с современными мобильными устройствами, которые оснащены функцией Bluetooth. Гарнитура имеет в том числе и профиль hands-free, что предоставляет возможность комфортного общения в автомобиле, офисе или в любой другой ситуации, когда от вас требуется внимательность и свободные руки. Эргономичная конструкция, которая прошла тщательное испытание, гарантирует комфорт на протяжении всего дня, с первого до последнего вызова. На современных телефонах фронтальные камеры редко когда оснащены вспышками, что создает целую проблему сделать качественные селфи в условиях недостаточного освещения, например, в клубе или в баре. Разработчики, вдохновленные данной проблемой, разработали совершенно новый девайс – кольцо для селфи на телефон. Такой источник света позволяет избежать резких теней и сильного перепада контраста. Благодаря своей конструкции такое селфи-кольцо подходит на любой современный сенсорный телефон. Просто наденьте селфи-кольцо на свой телефон или планшет и делайте яркие, первоклассные фото. Защитное стекло для смартфона. Используется для укрепления дисплея вашего смартфона, защищая его от любых механических повреждений, будь то обычные потертости при использовании или же падения с небольшой высоты. Изделие достаточно тонкое. Его толщина составляет всего лишь 0,3 мм. Крепится такое стекло благодаря специальной клейкой основе, которая быстро взаимодействует с экраном смартфона, не оставляя на нем разводов, вздутий или бликов при дальнейшем использовании. Такое защитное стекло подходит для всех смартфонов с диагональю от 4,5 до 5,5 дюймов. При заказе нужно просто отметить, какие у вас параметры экрана. Или заказать оригинальное стекло именно под свой смартфон, забив модель телефона в поисковике. Универсальный держатель для телефонов. Простое и удобное решение для зарядки вашего телефона от розетки, рядом с которой нет возможности безопасно положить устройство. На него могут наступить случайно или уронить что-то. Класть его далеко от розетки – это значит оставлять длинный провод, который могут задеть. Простой пластиковый держатель решит вашу проблему. Подходит практически для всех покрытий стен, внутри имеются мягкие подушки для того, чтобы телефон не поцарапался. Удобная вещь при заряжании телефона. Самый маленький мобильный телефон – кредитка. Он будет незаметен даже в кармане рубашки, а его вес не достигает и 40 грамм. Даже в таком миниатюрном телефоне уместился динамик приличной мощности, что позволяет проигрывать вашу любимую музыку, а его низкий уровень вредных излучений не повлияет на здоровье. Поддерживает все функции мобильного телефона и может быть использован там, где мобильным пользоваться нельзя. Этот мини-телефон имеет полную русификацию, поддерживает звонки, SMS, будильник и даже карту памяти до 4 гигабайт. Будет очень кстати для детей и для людей, кто по роду деятельности не может использовать обычный телефон. Универсальный магнитный держатель в машину.
Он предназначен для крепления мобильных телефонов, смартфонов на дефлектор автомобиля с различной шириной ламелей. Корпус изготовлен из алюминия и высококачественного пластика, что гарантирует его износостойкость и долговечность. Удержание портативного устройства с помощью автодержателя осуществляется при помощи неодимовых магнитов, которые абсолютно безопасны для устройства. А еще они обладают разными размерами для фиксации устройств с большой и маленькой диагональю экрана и крепятся с помощью специальной клейкой ленты. Новый фитнес-браслет от Xiaomi. Одним касанием пальца вы можете узнать детальную информацию о пройденном расстоянии, времени, частоте сердечного ритма, температуре тела и много других полезных функций. Умная технология реагирует на ваши движения. Как только вы поднимете руку, браслет отобразит текущее время. Легко и удобно. К тому же браслет стал более точным в плане вычисления алгоритмов работы шагомера, частоты сердечных сокращений и в мониторинге сна. Зарядная док-станция. Это устройство является одновременно подставкой под ваш смартфон и разъемом microUSB, и в то же время и зарядкой, что очень удобно, стильно, и телефон будет занимать меньше места на столе. За счет длинной контактной площадки смартфон держится прочно и легко извлекается из станции. Также в док-станции присутствует кабель длиной в 1 метр для подключения в сеть USB. Отличная и полезная вещь, которая, возможно, вам пригодится. Есть разные цветовые варианты. Изготовлена станция из пластика и резины, выполнено все довольно качественно. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Условия конкурса простые. Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях марку своего телефона. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы не будете пропускать мои ролики. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!